ребят, с вами Илья, и это небольшие новости и анонсы на канале Игры День. Дело в том, что в мае этого года появился трейлер предстоящей очень бодрой игрушки Payday Crime War. Сказать, что все игру ждут, это, пожалуй, ничего не сказать, потому что она давно уже стала культовой и полюбилась многим любителям шутеров для персональных компьютеров. Мне уже многие задают вопросы, прям разрывают личку по данной игрушке, интересуются, когда же все-таки она выйдет на Android-девайсы. Многие даже спрашивают, случится ли это вовсе, и вот я решил создать такой ролик и ответить на все ваши интересные вопросики. В общем, первое, что всех интересует, выйдет ли игрушка на Android-девайсы, и да, это должно случиться. Ведь игра создается именно под мобильные платформы, поэтому Google Play игрушка всякого посетит. Даже, кстати, на сайте есть такая вот картиночка Google Play, поэтому это точно случится. Теперь второй вопрос, когда же все-таки игрушка посетит Android-девайсы? К сожалению, пока такой информации нет, никто не знает, когда же все-таки выйдет игрушка, но я все-таки надеюсь, что это прям вот-вот скоро случится. По видосу видно, что игрушка будет иметь точно такой же привычный геймплей, однако движение, механика и графика, само собой, оптимизирована под мобильные девайсы. В любом случае, я думаю, игрушка будет ярким представителем онлайн-шутеров на Android, поэтому прямо с нетерпением ждем. Теперь я прошу вас поставить большие пальцы вверх, если вы все-таки ждете данную игрушку, и мы сможем узнать, сколько же нас здесь таких. Ну и также, само собой, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новиночек на Android-девайсы. Ну а у микрофона был, как всегда, Илья. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.